Альбом полное отражение и текстовая нагрузка, и гармоническая нагрузка, гармонии, и аранжировки, и те клипы, которые вы видите, и то, там, как я одеваюсь, это все очень сильно отображает меня. Я думаю, что никогда еще ни один мой альбом не был настолько честным, искренним. Я действительно перестала бояться того, что я хочу сказать, и во многих треках гораздо более откровенные текста, нежели в предыдущих трех альбомах. Слушаю эту музыку, которая мне нравится. И на самом деле бывает иногда, что песни чьи-то вдохновляют на написание песни. Когда песня очень мажорная или такая, которая вызвала во мне какие-то эмоции, я вполне могу написать песню, абсолютно не похожую на ту, но благодаря ей, скажем так. Мне очень нравится Кёртис Блоут, рэпер олдскульный. Нину Симон советую. Лорен Хилл, это Фуджес, она раньше входила в состав Фуджес, можете послушать, очень крутая музыка. Мне очень нравится Бейонс. Это одна из самых выдающихся артисток и вокалисток, которые я, в принципе, знаю. Я прислушала массу музыки. И, например, Майкл Болтон, можете послушать, очень выдающийся же певец. Это в переводе с немецкого означает «все танцуют». И на самом деле история у трека была очень прикольная, потому что мне эти слова и музыка приснились. Ну, и я решила не менять ни на английский, ни на какой-то другой язык, который, может быть, был более понятен для нашего менталитета. И поэтому я вот оставила все как есть и очень довольна тем, что получилось. Это моя улица, скоро все забудется, просто танцуй и знай. Я в Германию первый раз приехала, когда мне было лет, наверное, 11. Вот. И я очень люблю русских немцев, поскольку я немецким отвратительно владею. Поэтому я не могу там оценить как-то, наверное, нравы, характер людей местных. Но вот русские немцы, они очень классно принимают, всегда полные залы. И просто приятно гулять по улицам. Очень красивые города, очень уютно, очень спокойно. Уравновешено и очень-очень вкусные сосиски там. Ветер по лицу, 120 километров, здесь только мы и мир. Я бываю в клубах, но крайне редко, и когда я позволяю себе выпить вина, тогда я могу пойти в клуб и потанцевать, там развлечься. Потому что, конечно, для меня особенно звук клубов, вот этот вот гул, страшный шум, и все эти стробоскопы, которые работают в 3 раза усиленнее, чем, наверное, должны, конечно, очень меня усыпляет. Я очень хочу сразу спать, мне шумно, мне плохо, потому что, ну, вот я, видимо, люблю тусоваться, но больше на природе как-то или в кругу с прям близких друзей и людей. Это очень дружный, сплоченный коллектив, которые мы все друг друга очень любим, уважаем, поэтому, в принципе, каждая поездка у нас не обходится совершенно точно без смеха, без каких-то приколов, шуток. Если вы эту ночь проведете со мной, то, возможно, в дальнейшем вы станете королем. Сиспапа! Солнце и рукава! Полночь на часах, значит, нам пора искать танцпох. Мне было лет 7,
Мне, я впервые тогда увидела и оценила балет по достоинству, русский балет. И мне захотелось вот этой вот грации, женственности. Абсолютно не считаю, что хорошо танцую, потому что как все в сравнении, я знаю, что такое, какое круто танцевать. Я просто так пританцовываю себе на сцене, и мне очень нравится двигаться, мне нравится абсолютно разный стиль танца. И я, конечно же, стараюсь как-то поддерживать форму, смотреть какие-то новые видео, для себя открывать какие-то новые движения. Моя работа, я считаю, заключается еще дополнительно в том, чтобы выглядеть хорошо и подавать хороший пример своим поклонникам, потому что все-таки держать свое тело в тонусе – это очень важно. Ты просто соблюдаешь определенную дисциплину, которая не дает тебе расслабиться. Часто перелеты, переезды дают о себе знать, потому что усталость повышенная, всегда самолеты и переутомление. И я вам скажу, что зал всегда мне помогал, даже в каком-то психологическом смысле, поскольку это самый лучший психолог. Ты приходишь в зал, отдаешь свою энергию какую-то плохую, наверное, даже негативную, и ты чувствуешь, что твое тело как-то более здоровое, чем без, например, него. Начинала заниматься тяжелой атлетикой, я ее бросила. Начинала заниматься фристайлом, тоже бросила, потому что очень тяжело и занимает очень много времени. Занималась соломкой, макраме, вышивала крестиком, ходила в хор в один, во второй. И поэтому мне всегда было интересно экспериментировать, но я все-таки остановилась на том, что я музыкант, и мне нужно идти именно по этой лестнице.